Настасья Самбурская разразилась гневной тирадой в адрес руководства Первого канала, посмотрев премию «Шансон года», которую показали сегодня вечером. Сама церемония прошла 20 апреля в Кремлевском дворце, и на ней Самбурская удостоилась награды в номинации «Открытием года». Кроме того, артистка исполнила песню «Алеша, Ша». Но каково же было удивление звезды, когда из телеверсии ее выступление попросту вырезали, хотя на концерте артистка выложилась на все 100 и сделала хороший номер. Она не смогла смириться с таким отношением к своей персоне и решила рассказать подписчикам, что же стало причиной конфликта. «Просто из телеверсии меня вырезали. Только что позвонил и сообщил менеджер. Причина – личная неприязнь музыкального директора канала», сообщила звезда. Именно из-за конфликта с Юрием Аксютой простые зрители так и не увидели Самбурской, хотя сама премия «Шансон года» считается народной. По ее словам, он не впервые принимает подобные решения, и звезда уверена, что такое повторится еще не раз. «Просто я не из тех, кто будет молчать о несправедливости», добавила артистка. Несколько месяцев назад Настасью предупреждали о последствиях, которые последуют, если она откажется бесплатно сниматься в популярном шоу «Три аккорда». К тому же, у нее был неприятный опыт сотрудничества с Первым каналом в 2015 году во время съемок шоу «Без страховки», когда она повредила обе ноги. Чтобы восстановиться, актрисе пришлось на 3 недели сделать паузу в рабочем процессе. «Канал даже не предложил погасить мои медицинские счета. Артисты для вас просто пушечное мясо, и мне надоело с этим мириться», призналась Настасья. Ни руководство Первого канала, ни Юрий Аксюта пока не давали комментарии на эту тему. Отметим, что Настасья Самбурская в 2016 году начала музыкальную карьеру, а ее продюсером стал Виктор Дробыш. Певица дебютировала с песней «Плохие мальчики», а сейчас в ее копилке уже 6 синглов, и готовится полноценный альбом. По словам звезды, она хочет выступать на сцене, но при этом не планирует бросать актерство. Класс пост 619 500 подписчиков.